Слушайте, ну что, хейтеры победили в схватке между, между ними и Дояко Чикен. Дояко Чикен, я еще должен был выпустить 4 ролика. Короче, отказались они от сотрудничества, потому что, говорит, хейтеризация просто сумасшедшая. Везде этих понаписали отзывы негативные, то есть все. Дояко Чикен, ну, послушали хейтеров и отказались от сотрудничества со мной. То есть Дояко Чикен вообще претензий никаких. Я рад, что песню такую получилось мне заразительную написать. Девочка, не будь дурочкой. Попробуй нашу Дояко курочку. И чё, ну, а чё хейтеры, чё, нехорошо что ли сделали? Говорят, что вот Шилов, чтобы не рекламировал, там, не обманывал людей. Ну все, получается, к нормальным рекламодателям я больше обращаться не буду. Буду сейчас там покер-дом, букмекерские конторы, 1xbet, 1xставка. Что там еще, какие еще, всякие Авалоны. Хотели меня проучить за эти, за рекламу азартных игр. Ну, блять, а мне получается, вы мне выбора не оставляете. Я отошел от них, хотел нормальные, ну, как, не рекламировать азартные, ничего. Ну, а хейтеры не оставляют ни выбора. Видите, нормальные. С нормальными работать не получается. Отказывают. Все, хейтеры, вы победили. Будем рекламировать покер-дом. Давайте. Молодцы.